Кириллыч. Нашел Кириллыч. Юра. Понял? Я тебе, по-моему, где-то вижу. Скажи мне так, царь, очень приятно. Царь, такой кепке надо царь, а вот шапка царь. Все, так, Кириллыч, у тебя как традиционно яйца есть магнитовские. Обыкновенные. Да, неси сюда, мы сейчас позавтракаем. А то у меня консерва, что-то она не полезет сейчас с утра. Давайте, у меня тут есть. Давайте, пирада, перекусим мы. Я позвал. Тот раз ехал по пуле сейчас. Так, вот яйца магнитные, обыкновенные, они аж притягиваются. Магнитные. Что такое? В моем заказнике нету зайца. Просил завтрак, давай, вперед. Я завтракал. Ну а кто, я что ли? А. Я завтракал, ну давай. Кто-то просил, а не приятно. Мишань, перекусил? Да, я кушал тоже с утра. Да, вы успеваете. Вот зря, Миша, надо перекусить. А я кушал, я с утра навернул гречку, курицу, там, все. Ты молодец, каких не знаешь. Ну туда сейчас встань, будет по рации. На месте, помните, сейчас будет стоять. Да вы так что, мы от машины делали, будем возвращаться. Брать или взять? Брать. Самолет до вечера. Да, до вечера. Сапоги одевай, не времени терять. Дождь. Вот тебе два бойца, я и Петя. Растянитесь. Давай, Юр. Сейчас, вам с этой, с ошейником, давай, да? Давай с ошейником, ага. Меня лучше с ошейником. Все, так, две у вас, две у нас. Доша, ну сейчас. Сейчас, Дошка, сейчас, да хорошо. Ты молодцы. Ты не обрыгался, Дошка? Вроде нет, колбаша. Да, все. Молодцы. Так это, наверное, первый раз, да? А? Первый раз? Ну так, гулял с ней. Кабель гулял. Волчи! А? Еду с собой берем. Конечно, да? Саша. Мы приехали на открытие охотиться. Все, мы там выдвигаемся на раз. Прошу, вот это моптика что ли? А это ты бы снял бы его. Это не та охота, что сейчас с коллиматором там какого-то. Я приверженец русского оружия. Нема? А, ёпт, стой. Там это же. Отсекатель стоял, давай. Ага. Все отдал? Все это. Не, если что... Шутка, да не надо. Клевер. Есть. Один возьмите. Есть. Не надо, Юр, у меня есть, надо. Ушастый. Шестьдесят семь шагов. Вот и я по зайчику открылся. Второй! А вы второго видели? Так вот, он рядом поднялся. Вон он пошел. Вы, в принципе, могли стрелять. Но он сбоку от вас был. Красавчик. Красиво. Попустился, как положено. Зазода забыл. Хорошо, вообще резкий. Я пока в ахере. Вам несет, зовите его. Ищи. Давай, ищи. Внимательно, петух. В посадке подранок, метров назад 100. Сейчас собаки еще возьмут. А? Да не, мне вторым надо, я думал, сейчас упадет. Подранок назад, блин, там я дурак. Ну я ранил его и это. Я думал, сейчас упадет, а он, сука, летит. Ну тут еще один охотник не попал. Ну он упал, все, конечно, он там
У него две лапы задние висели прям. Неси папе, давай. Он несет тебе. Конечно, не папе несет. Собака нашла, собака забрала. Правильно, правильно. Неси папе, неси. Речи. Ай, ты мой хороший мальчик. Молодец. Ай, красава. Дай папе, дай папе. Неси папе. Неси папе, мой хороший. Ай, ты красава. Все, молодец. Берите. Молодец. У меня уже есть, берите. Молодец, Рич. Молодец, Рич. Умничка. Молодец. Кирилл, вы воды попили? Вы попили? Дай глоток. То, собак поете. Так, подожди, давай Кирилловича попоем. На то собаку пойма Кирилловича. Да? Кириллович, и вот пистолет у меня. Если стреляешь, не бывает не перекидывать. Ну, я в рейс уходил. Что не перекидывать? На задержку становится. После первого выстрела? При наличии патронов в магазине? Да. Становится на задержку? Да. Ну, неси. Принесу. Единственное, я, может, пружина просела. Я в рейс уходил и, не разрядил его. Все, он у меня заряженный. Ничего не растянуть, пружина. Нет. Не? Если пружина, все. Если магазин в патроне, у него все там. Ну, принесешь. Саня, чтобы в следующий раз приехал с нормальным ружьем. Уходит зажигалкой. И вот это 40 рублей, да? Ну, сейчас хуй его знает. Ну не 100. Я сейчас вот под 60 буду стоять, по-моему. Вот турки делают щиты, да, луки, да, сейчас мы. Ты не стрелял? По лицензии. Тоже нет, да, и я тоже. Два простил. Не, сейчас турки уже выпустили свое. Сейчас научились. Выпустили. Да. Ну, по лицензии Бенелли делают. Вот, это копия Бенелли Монтефильтра. Не посмотри сейчас. И не морочишь голову, да? Копия и стреляет, мама не горит. Разобрать и посмотреть. Стреляет. Еще лисий помет, свежий, прям вообще свежак. Лиси. Не стреляй. Да, ушла. Метров 100, наверное. Гончаки, если были, тогда бы еще можно. Вот, смотри, это что? Семерка, кажется. Ага. На тебе, возьми. До всякий случай, да, потому что... Вот, если вот так вот, в такие вот ситуации, как сразу поставил. Я тебе дам, только единственное, мне откат 2 метра. Не, залитые. Сами, да? А я остальные картечь не нашел. Когда она вот тут боком пошла, ее картечью можно было брать. То есть вот эти номера, это размер пулек. Единичка, тройка, пятерка, семерка. Да. Семерка это по воробьям стреляет. 4-0. Вот это 4-0, она как полукартечь считается. Подожди, я не понял, ты мне дал семерку. Семерка? Ну, она больше, чем моя пятерка. Семерка, вот. А это что ты мне дал? Это я тебе пятерку дал, получается. Вот пятерка. Видишь, она чуть больше семерки. Вот 2-0, вот это самая ходовая дробь вообще. Да, она, это 7 миллиметров. Если волк где-то будет, волка. Да. Она вот так вот давай и в посадку идет. Я же думал, сейчас дядь Вова тоже уже перезарядился. Я не понял, в чем дело. Успел перезарядиться? Не, я даже не понял. Ну, это лисичка. Ну, небольшая такая. Да. Не, ну шкура уже хорошая. Чего она небольшая? Нормальная? Не, ну... Все, возвращаться искать. А я ж помните, по рации сказал, когда посадку начали брать, я говорю, внимательнее. Лисий помет свежий. Да, вот она тут и была. Лепче слышно. Лучик. Давай, я подвинусь как-то. Сильно сладкий-то, нет? Блин, ну, дади. Ну, ложки этого самого меда положили. Правильно. Хорошо. Хлеб с мятку. Помидорчики, помидорчики. Так, пацаны, новая фишка.
тоже. У меня тоже такая хуйня. Тоже антенна уже как. Кириллович. Да, антенна только Ром? Сосиски жарит на антенне. Правильно? Все, давайте, спалим. Давайте. Два петуха уже взял. Идем. Три человека с одной стороны, три с другой. И по посадкам два. И по посадке два пёселя. Колдуш, заходи, ищи, ищи. Назад, назад, пошел, назад. Да? Мой левый бок. Вторым я видел, досталось двух сторон. Там шансов. Два. Я вижу, мотнулся, бля, косой, мир. Молодец, колдуш, дядя. Минус один. Дядя. Молодец, колдуш. Колдуш твой, тут обоз. Да пакет. Молодец. Доша, нельзя. Ну да, бита с этой стороны, да. С этой бита, сейчас посмотрим. Да будем обдирать, вот это там, фу! Да какая разница, все делим. Дон, давай, ищи. Дош. Да, давай. Да. Колдун, нельзя. Фу. Так, ну что, пошли. Да подождем уже. Так, а туда же идем? Ну, вон здесь, подъем. Ну, так туда пошли. Сейчас можно пронести фазан. А, еще там идут? Ну, конечно, идешь еще, Вова, собака. Ну, вот, конечно, еще можно. Так на угол встаньте, Макс, встань там на угол. А, что? Тихо. Тихо, блядь, собака гадит. Внимательно, собака. Где? Ну то может ты видел. Едно. Ушел? Подходите сюда, скорее всего. Другой базар. Для фоточки есть, бля. Ебанулся. Да сейчас зайца берем, или чай выпьем, блядь, легче. Так взял, да? Собака? Не, ну ее видно. А, нет, это рюкзак. Хотя похоже, как будто, блядь, что-то такое. А я уже думал, сейчас фотографии наделаем. А не, смотри, такое что-то лежит. Трипало, знаешь. Да? Да, молодец. Трипало его. Да, Лайла? Она и выгнала. А, да? Так, Костя, иди сюда. Это, говорят, куницу не... А что ты не стрелял? А я первый раз ее увидел. Да ну надо, что ли, это пушнина. Ты что, ёпта? Ты так... Фу, колдун. На шапку не взял, чтобы не насрали. Что это самое? Чтобы не насрали. Бля. Ты что так это самое? Ты петруха видел, да? Ты болел, да? Ты что, конечно, все, обмываем, все нормально. Давай, иди. Так что, куница была и не стрелял? Бурдяк у меня. Да я она как-то с краю быстро проскочила, метра полтора, и сразу к кому-то. Ну, я не успел, я не понял, я никогда по куницам не стрелял. Она прошла, я ее видел, но смотри, думал, что... Так вы все видели, кстати, никто не стрелял. Я не стал стрелять, он в кости там рядом. Тихо. Трех мест. Так, пацаны. Она под ствол, ну...
Мы здесь закрывали, да, в том году? Да, да, да. Кирилл еще тут взял, блядь, на углу. Заяц? Дож, ищи, ищи. Заходи. Дож, давай, заходи, ищи, ищи. Давай, давай. Зайца взял. Ты видел, как ты сюда прибежал? Так а что не стрелял? Ну, блядь, что не успел. Ну, собака там. Давай, тебе. Блядь, тут зверь есть. Давай, быстрее. Растет. О, еще раз два бутерброда. У тебя рюкзак вообще. Лямки. И все хотел, блядь, походить с ним. Макс, проходите дальше туда, как обычно, метров на 100. Но я сейчас собак подожду. Сейчас. Я отсюда запущу. Фазаны орали. Да? Вот они, где собаки убежали. Вот он там живет. Ну, я не знаю, 60 метров, наверное. Все на нас, Настя. Юр, стой. На месте стой. Все равно собак надо сюда, чтобы отсюда пускать. А Макс пусть проходит дальше, пусть проходит. Макс, если сейчас они... Пожалуйста. Если сейчас бежать будут, они могут нагнать. Зайди чуть-чуть в посадку. Вон! Вот, он только сейчас на поле выбежал. А вот и волки. Волки работали. Шкуры разорваны. Чё там? Вы далеко от выстрела, нет? Я напротив колдуна был, где он последний раз лаял. Вы где? Ага. Бежите, если поймаете собак, бежите. Сейчас мы за это положим. Идем к вам. Ох. Ну вот так, я наступаю. И он здесь уже в кустях. Куда мне, блядь, деваться? Там гнал, что-то хорошо. Хорошо, молодец, колдушек. Ну, вот так причем. Да. Я не думал, что он и зайца. Я вот наступаю на него, ну сам понимаешь. И в кусты хорошие. Да, хорошие. Да тут не по большому счету, Юр, да? Не особо. Ну, сколько там, 30 грамм мяса вырвало. Че, больше? А? Да хуй. Попустить надо. Не. Юр, куда отпускать? А, ну туда. Он уже все. Вот я возле этого куста уже взял. Куда его отпускать? Ты че? Я и так вроде в голову целился, ну видишь. Зато будешь чистый, блин. Сейчас кровище ты, блин. Да у меня пакеты есть, блин. Что, такие прям пакеты? А? Что, непроницательные? Нормально. Макс,
смотри, как парадокс, да? Два раза собаки уходят, ты за ними идешь, блядь, и начинаешь. Горизонтально держите. Зайца добыли, заполняем. Сегодня у нас первое. Открытие. Ты чё? Какая дата? 20-е. Заяц. Русак. Все зафиксировано.